Около 5000 сотрудников полиции будет следить за охраной общественного порядка во время новогодних праздников. Патрулировать улицы будут и сотрудники Росгвардии, а также более 3000 дружинников и казаков. В местах большого скопления людей будут работать кинологи и взрывотехники. Об этом накануне сообщили в Министерстве внутренних дел Алтайского края. С 19 декабря по 8 января в регионе пройдет около 8000 массовых мероприятий в школах, детских садах, домах культуры, а также в парках и на площадях. Наружные наряды, задействованные в охране общественного порядка на территории края, в темное время суток и вечернее будут нести службу с включенными проблесковыми маячками, которые позволяют, скажем так, профилактировать совершение противоправных действий. Также граждане, видя проблесковые маячки, в наиболее кратчайшее время могут обратиться за помощью к сотрудникам полиции. В министерстве напомнили, что новогодние каникулы не отменяют закон о комендантском часе для несовершеннолетних. После 10 часов вечера дети должны находиться в сопровождении родителей.